Я хотел бы обратить внимание, в первую очередь, именно на Казахстан и Кыргызстан, которые являются членами Евразийского экономического союза, где доминирующую позицию занимает Россия, затем Казахстан, третья экономика – Беларусь, ну и потом там Кыргызстан, Армения и так далее. Да? Вот это чрезвычайно важно, что именно через эти страны, в первую очередь, идут основные поставки товаров двойного назначения и, в принципе, товаров параллельного импорта. А Казахстан, вы видите, вот на этой карте видно, он граничит с Китаем, граничит с Кыргызстаном, граничит с Узбекистаном, с Туркменией, вот со всеми этими странами. И получается, что роль Казахстана в этом смысле, с точки зрения параллельных поставок товаров двойного назначения, просто географически чрезвычайно важна.